Меня многие спрашивают, для чего я рекламирую курсы английского языка и телевизионных профессий. Вы даже не представляете, с какой скоростью сегодня идет развитие технологий на Западе, с какой скоростью идет капитализация новейших высокотехнологичных и креативных направлений производства и экономики, и, соответственно, с какой скоростью идет отставание от лидеров современного мира наших народов. Для того, чтобы это понять, я предлагаю вам посмотреть в интернете, что такое киберпанк, и найти в этом киберпанке место наших народов и каждого из нас. Для чего нам овладение языком новейших технологий и науки? Для чего нам овладение креативными профессиями будущего? 99,9% обучающихся на наших курсах – это выходцы из национальных регионов России и Средней Азии. Они уже себе ответили на этот вопрос. Для чего нам эти знания, навыки и профессии будущего?